камня висят топоры, пепел в стаканах, вода под ногой. И кто-то еле-еле говорит: надо сгонять еще за одной. И я иду, я иду, я иду, я иду. Продавщица томно сдачу мне пищу. Взяв все, что надо, йогурт, печенье, конфеты, перехожу на шепот. Она делает огромные глазищи и говорит: пошел в жопу, я иду. Ага, слева шестеро, чуть дальше седьмой. Еще не поздно свернуть, затаиться, но ветер дует в уши, и идти за мной. Я иду, я иду, я иду. В основном на процедуры, а это не важно. Важен режим, главное двигаться. Такая уж дура, так что в движении, которая жизнь. Если даже посылают подальше, если даже кусают за член, если даже срывают башню, если даже не знаю, зачем я иду? Все равно.